Всем привет! Очередная распаковка посылок из Поднебесной. Уже отвык, наверное, немного записывать видео с распаковками. Редко это делаю. Наверное, постараюсь сделать это чаще. Итак, в первой упаковке у нас какой-то парометр. Вечно забываю, как он называется. Короче, термометр. Вот такая маленькая штучка, в которой все распадается. Здесь батарейки вставляются, вечная проблема. Оп, вот это поворот. А здесь такая батарейка нужна. А я только такие подготовил маленькие. И батарейки нет в комплекте. Все, выбрасываем его. Зачем он нам нужен, если батарейки нет в комплекте? И распаковываем дальше. А что у нас дальше? Что это такое? А, я понял. Это такая специальная зажигалка. Для машины очень удобно. Совсем недавно было очень холодно. И обычные зажигалки не работают. Прикуриватель у меня там уже занят важными делами в машине. И это такая специальная штука. Выдвигаешь, она загорается. Может, сейчас будет видно вам на камеру. Можно прикурить. И даже на морозе и против ветра все равно работает. Хорошая штука. Стоит в районе бакса. В принципе, я доволен. Кстати, да, почти все показал, да не показал, как она заряжается. Заряжается с обратной стороны, есть USB-шка такая, вставил, зарядил, с другой стороны вставил, подкурил, прижег. Хорошая штука. Смотрим дальше. Постараюсь быстренько это все распаковать, потому что есть еще интересный телефончик для распаковки. Ну, эта штука, наверное, была у всех. Это специальный такой липкий ковер. Он реально липкий. Почему он к рукам липнет, я не пойму. И грязь на него налипает. Ну, в общем, вот такой дешманский коврик, который ужасно воняет. Не покупайте его. Я первый раз такую штуку заказал. Цепляешь его на машину, на него цепляешь телефон, и он не упадет. Вот такая прикольная штука. Вот оно вот как-то вот так вот липнет. Но то, что оно пачкается, вот оно уже грязное. Я думал, у него какое-то особенное свойство, оно какое-то пупырчатое, из-за этого к нему что-то прилипает. А это просто липкий кусок какого-то силикона. Неприятная штука. Ну, может, она вывонится и может реально будет нормальный. Может, у кого-то такая есть и кто-то долго пользуется. Пишите в комментариях, как вам такие штукенции. Вот, ну на ощупь не очень приятно. Большой пакет. Какой-то большой непонятной штукой. Ух ты, прикольно. С рисуночком. Открывайся. Не хочет открываться, да. Я, как всегда, все сам распакую. До адресата уже дойдет распакованный. Так, это специальная штука через плечо. А это у нас сумка для ноутбука размером 17 дюймов. Для большого такого ноутбука. Ну, довольно прикольная вещь. Стоит в районе 17 долларов, по-моему. Это не так уж и дешево. Стоит 17 баксов. И на ощупь приятная. И как раз маленькая такая сумочка. Сюда ноутбук помещается. Вот, в принципе, нормальная вещь. Как для китайской, довольно неплохая. У нас, если что, такая стоит дороже. И последний пакет. С трубами какими-то. Это я уже не помню, что это такое, я заказывал. А, вспомнил. Это такая специальная хрень. Засовывать вот эту штуку нужно в бак. Да, вот эту штуку нужно в бак засовывать. А здесь нужно качать. И оно должно выкачивать из бака бензин. Вот, я это купил, потому что один раз еще очень давно у меня закончился бензин. Точнее, в баке он еще был где-нибудь на дне, а до нужного места он не доходил. У меня был с собой шланг. Ну и сами понимаете, с помощью шланга как можно достать бензин из бака. Я подумал, закажу-ка я себе такую штуку и не буду зря напрягать свою систему
нервную выкачиванием бензина из бака. А теперь она мне уже не надо, я только полный бак заправляю, да еще и бензин с собой вожу на всякий случай. Но я придумал этому еще одно применение для людей, которые занимаются подработкой небольшой в формате выкачиванием бензина из бака своих соседей или просто других людей. Не то чтобы я рекомендовал, но вот как-то вот так ее можно использовать. Так быстренько засунул, качаешь, качаешь, качаешь и на iPhone себе накачал. В общем, такие вот прикольные вещи. Всем спасибо за просмотр. Будут скоро очень много интересных видео. Ждите. Спасибо, что не покидаете мой скучный канал. Пока!